Всем привет, дамы и господа! Наверное, многие из тех, у кого на кухне стоит газовый котел, сталкивались с тем, что вытяжная труба газового котла очень сильно портит интерьер кухни, и вам хотелось бы эту трубу как-то спрятать. Конечно, эту проблему можно было решить еще на стадии заказа кухни. Вместе с кухней можно было заказать лицевую панель, которая закрывала бы эту трубу, и была бы в одном же стиле с дверцами шкафчиков. Но, если вы этот момент прошляпили, то я вам расскажу, как легко, а главное недорого, решить эту проблему. Для этого вам понадобится фанера толщиной 10 мм или более. Из нее вырезаем нужный по размеру кусок. Далее прикручиваем уголки, как показано на фото. Если у вас под рукой нет коротких саморезов, то вы можете что-нибудь под них подложить. Таким образом, вы избежите ситуации, когда саморез пробьет фанеру насквозь и все вам испортит. В моем случае я воспользовался тем, что попалось под руку, а именно вот такими пластиковыми пластинками. Как вы могли догадаться, крючки на уголках появились не сами по себе. Их я сделал при помощи обычного дремеля. Но если у вас нет дремеля, вы можете воспользоваться обыкновенной болгаркой. Далее я взял панель и поставил на ее будущее место. Отметил на шкафчиках будущие места крепления. Снял панель и ввинтил по саморезу в каждый шкафчик. Тут нужно отметить, что саморезы нужно вкручивать не до конца. После того, как саморезы вкручены, можно вешать панель. Вот так выглядит промежуточный результат. Теперь наша панель осталась покрасить. Для этого я воспользовался аэрозольным серым грунтом. Грунт я выбрал не случайно, ведь в отличие от краски он сохнет гораздо быстрее, а поверхность получается матовая, а не глянцевая, как после краски. Конечно, на этом можно было бы и закончить, но как по мне, такой вариант смотрится несколько незавершенным. Вы, наверное, уже обратили внимание, что в панель чуть выше центра ввинчен саморез, и это не просто так. На этот саморез я повесил картину ручной работы, которую сделала моя любимая бабушка. Она вышила эту картину бисером, специально нам на подарок. На мой взгляд, эта картина замечательно дополняет интерьер нашей кухни. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. А с вами был Денчик, всем удачи и пока!